Здорово, чучело! С вами ходилки-пердилки, и я поработился, который мне разъебал всю базу в Воронеже, поэтому я сейчас буду херачить босса-ведьму пылающего очка в гей-щит. Инфаркт на самой экстремальной геморройной сложности, которую никто еще не проходил. Чё это за вьетнамец стоит с копьем? Да сам пиздуй отсюда, я и так эту ведьму на британский флаг порву, фраер недобитый. Короче, сейчас выберу самую экстремальную сложность и буду мочить ее в соло, пока моя империя выкачивает темную энергию для рейхботов. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Нет, потому что ты будешь жрать мои мохнатые медвежьи яйца, когда я тебя победю, или как там говорится, бля. Почему она превратилась в какой-то делдак? Бля, и что делать надо? Какие мотыльки? Бляображники летают, они станут моей армией по выкачке темной энергии для кончинаторы. Да разлей ты жижу быстрее, чурка саранчевая! Получи палку под хвост! Я ее отхуярил, и она вошла в фазу пылающего очка. А, хер тебе, курва, ахаха. Мотыль мешает мне разлить жижу, сука. Да ебучее пугало, хули ты летаешь? На масленице тебе пиздец. А тем временем эта капустница сейчас долетается до белой горячки и сдохнет. Долеталась скалопендра подзалупная, сейчас мой саранчевый эмо упырь допрыгает до твоей аннигиляции нахуй. Ахахахахахахаха, пугало сдохло на экстремальной сложности. Как я и сказал, это была экстремальная сверхгеморройная сложность, которую никто не проходил. Это было легко. Так же и я с легкостью уничтожу всю вашу планетку, когда вы пожертвуете хоть немного на мою армию ботов для выкачки темной энергии. Но на этот раз я с вами прощаюсь, пока кожаные чучела...